Привет, народ! Сегодня такой вопрос. Почему один станок делает цепь острой, которая пилит практически как новая, а другая цепь, которая была заточена на этом же станке, пилит так, будто бы она тупая, при том, что она выходит из заточки? Как так может происходить? И второй вопрос, почему на одном станке цепь удается заточить и сделать острый, а другой нет. Давайте мы начнем с того, что существует в принципе сейчас в продаже два основных типа цепи. Первая цепь идет с прямым зубом. Эта цепь появилась не так давно в продаже. У меня в руках Чемпион Про ЛП. В сервисах эти цепи называют штилевский зуб, потому что одними из первых, кто ввел в продажу данной цепи, это была компания Штиль. Данный зуб отличается высокой скоростью реза, но при этом его очень легко посадить. Если острие, кончик этой цепи хоть чуть забит, то эта цепь уже не пилит. Второй тип цепи, который продается уже давно и идет в основном с бензопилами недорогими, это цепи с полукруглым зубом. У них более мягкий рез, они дольше сохраняют возможность пиления, то есть не заточку держат долго, а даже когда они тупые, они продолжают потихонечку грызть дерево, не так быстро, но иногда дачникам этого хватает для того, чтобы напилить себе дров. И вот, покупая станок, большинство любителей, непрофессионалов, дачников приобретают бензопилы и цепи, у которых зуб полукруглый, приобретают к ним станки, как я показывал в прошлых видео, по типу Смоленского инструмента, либо станок из Леруа Мерлен, есть у меня на канале. С ними идет вот такой вот круг, видите, небольшой круг, небольшой толщины. Они точат, и в принципе все получается, все отлично. Бывают, конечно, там нюансы, цепь уже не такая острая, как при заводской заточке. Но некоторые товарищи приобретают бензопилы, которые чуть подороже, они на 2-3 тысячи дороже. Есть практически у каждой марки такая бензопила. Написано то, что это пила профессионального класса, либо полупрофессионального. Идет с ней шина орегоновская, и цепи уже идут с прямым зубом. Зубом вот таким вот. Как я сейчас показывал, вот штилевский этот зуб, Чемпион Про ЛП, Штиль. И вот этот вот зуб, он точится под 50 градусов. Написано даже на упаковке, приобретите, посмотрите. 50, то есть не 60. Что это значит? Вот этот вот станок, на нем регулируется угол атаки зуба, заточки. То есть его можно поставить сейчас, как он стоит, вот под 50 градусов, а можно под 60, можно под 70, 90 даже поставить. И в зависимости от того, как я буду сейчас ставить вот этот угол атаки, будет меняться степень заглубления звена в древесину, то есть будет формироваться разная режущая кромка, потому что у каждого зуба есть режущая кромка, как стамеска. И чтобы заточить вот такую вот цепь, требуется выставить 50 градусов. На обычных станках, как Смоленский инструмент, Чемпион 2000-й, вот эта вот голова, она не регулируется. Там стоит 60 градусов. И заточить вот эту цепь правильно можно только если ловить люфты на этой голове. То есть эта голова, она немножко ходит. На любом станке она немножко ходит. И понимать принцип действия заточки. То есть формировать эту кромку искусственно, режущую грань. Конечно, не получится такого вот результата, как на вот этом вот станке. Ну, можно будет хоть как-то сделать вот эту режущую кромку
такой, какой она должна быть. Естественно, если вы решили уже приобретать мощную пилу, я не знаю, у нас почему-то все дачники приобретают бензопилы, которые по своей мощности уже идут вполне на профессиональный класс. То есть те же 52-58 кубиков уже ими можно пилить деревья там чуть ли не до метра диаметром. Ну, 60 сантиметров уверенно они тянут. В Европе, допустим, приобретают либо одноручки, либо бензопилы 33-38 кубиков типа штиля 180, где цепь идет 1,3. Наши же люди любят помощнее, чтобы была пила, и поэтому сразу приобретают и цепи, по сути, которые уже идут как, ну, полупроф, либо проф уровня. Но никто не говорит то, что к этим вот цепям нужен диск вот такой вот. У этого диска больше ширина. Вот диск, который в комплекте шел. А вот диск, который я приобрел отдельно. В принципе, он идет к некоторым станкам в комплекте. И он уже идет под большие цепи. 325-1,5. 3/8, 1,6, а вот 1,3, 3/8 идет как раз таки вон тот маленький круг. Он тоньше. В чем разница? В том, что у цепи, вот у нас зуб. Сейчас мы найдем зуб. Протачивается не целиком, срезается часть зуба, а диск стоит под таким наклоном, что он формирует своими гранями вот эту вот режущую часть. И на штиль в зубах здесь вот есть ограничение, обозначение того, какая должна быть режущая кромка, какая у нее должна быть геометрия. И как раз по ширине вот этого зуба идет круг, который пошире, а этот круг, он чуть меньше, поэтому при помощи люфта головы приходится формировать вот этот, вот эту дугу. Потому что если просто его проточить, то дуга не формируется, формируется прямой зуб, нет этой дуги. Сейчас я отверточкой еще покажу. Отвертка и спичка. Он должен быть, вот этот зуб полукруглый. Вот, полукруглый, как он на новой цепи. Если просто проточить, то получается цепь, которая просто ровно вот так вот прорезана. Такая цепь не пилит. И чтобы вот так вот полукруг сделать, нужен диск, который равен толщине зуба. Размеру зуба, точнее. И вот, вот этот вот розовый диск, он как раз идет под вот эту цепь 325-1,5. Он не обязательно будет розовый. У него просто толщина больше. Благодаря тому, что у него больше толщина, он как раз ложится в этот зуб. В 1,3-3/8, маленький, как на штиле 180, ложится вот этот круг тонкий. И если вы точите уже 325-1,5 или 3/8-1,6, вот таким вот тонким диском или обычным станком, за 1000-2-3 рублей, то вы должны понимать, что вот эту дугу вы должны сформировать искусственно. То есть вывести ее. И напильники точно так же идут под большие звенья. По 325-1,5 идет напильник 4,8 мм. А под 1,3-3/8 4, либо 4,5 мм. То есть даже напильники разные, не то что диски. И потом люди начинают точить вот этим вот маленьким кругом на станке, на котором не регулируется голова. Угол атаки не регулируется. Начинают точить большие цепи, и они не пилят. Все верно, потому что не формируется дуга на цепи. И не формируется режущая кромка под правильным углом. То есть уже две ошибки. Поэтому цепь перестает заглубляться. Потом говорят, что станок неправильно точит. Проблема в том, что этот станок рассчитан под бензопилы класса штиль 180, либо китайские 37-кубовые, 38-кубовые бензопилы.
партнер 350. Вот под них как раз можно точить станками бюджетными, на которых не регулируется угол атаки. Чтобы пилить большими крупными бензопилами, тем же штилем 361, хуской 365, даже китайскими пилами, у которых 325,1,5, нужно покупать вот такой вот круг, толстый. Если честно, я не видел на маленькие станки толстый круг. Если вы пилите прямым зубом, то вам нужно чуть другой угол атаки делать. Подумайте, может быть, вы измените положение планки вот этой. Сделайте ее чуть под другим углом на своем станочке. Тогда вы сможете формировать правильную геометрию зуба. Я еще раз покажу. Вот у нас зуб. Сейчас мы сфокусируем аккуратно. Вот у нас зуб. А у него грань как стаместка. Она острая. Она не под прямым углом идет, не завалена. Она именно острая. Как на стаместке. Поэтому, если вы уже решили точить цепи дешевым станком, простеньким, вы должны знать, какая была форма зуба. Вот эта дуга при покупке цепи, у новой цепи. И пытаться ее искусственно выводить станком при помощи люфта на голове. То есть, совершать даже не просто отрезные движения, а немножко ее выбирать. То есть создавать ее искусственно. Поэтому, друзья мои, приобретайте те же напильники, станки, которые подходят под ваш рабочий инструмент, под вашу бензопилу, шаг цепи, размер цепи. Благодарю. Всем удачи.